Сегодняшняя тема. Жми на фото, чтобы посмотреть наряды звезд с декольте, на которое все обратили внимание и долго спорили об уместности, главная ошибка звезд, а скорее их стилистов, в этом случае, нарушенные пропорции. Слишком широкое декольте не только демонстрирует грудь, а еще и визуально увеличивает плечи, причем в этом размер совсем не важен. Добавить сюда модных объемных рукавов, и получится фигура атлета, а это вряд ли тот эффект, которого хотели добиться звезды в красивых платьях. Так, например, вышло у Сальмы Хайек и Алисии Викандер, смотри в галерее выше. Контуринг груди, да-да, такое на красных дорожках совсем не редкость, тоже может сыграть злую шутку. Как, например, в случае с роскошной моделью Приянкой Чопрой. И часто артистов подводит желание эпатировать. В результате, не только недоумение со стороны зрителя, но и неудобство на красной дорожке. Кстати, у откровенных нарядов нет возраста. Их выбирают многие звезды старше 50 и часто выглядят шикарно. Жми на фото, чтобы посмотреть, читай еще. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.